На тушение лесного пожара в Кандинском районе отправили подкрепление от федеральной авиалесоохраны. Это 50 человек и самолет «Амфибия Б-200». Напомним, в связи с пожарами в тайге в Кандинском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Сейчас лесные пожарные тушат 14 очагов огнем, объята территория площадью 3443 гектара. Еще есть ландшафтный пожар на площади 50 гектаров. На тушении пожаров работает 442 человека. Добавлю, за прошедшие сутки потушили возгорание на особо охраняемой природной территории, а также 5 лесных и 3 ландшафтных пожара. Ликвидации действующих пожаров привлечены группировка 442 человека, авиалесоохрана Югры, лесопожарное формирование Центроспас Югории, Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника. Привлечено воздушных судов мониторинг 9, потушение 6, в том числе 3 с водосливными устройствами. Действует лесной пожар в 5-километровой зоне населенного пункта Лиственничного.